Мигранты устроили настоящий бунт на греческом острове Самос. Они не прошли идентификацию и потому должны были сидеть в центре и ждать депортации. Беженцам идея не понравилась, и 250 человек просто решили встать и уйти. Они угрожали ножами, битым стеклом, просто пытались выломать ворота. Но спустя 2 часа шеф полиции решил таки открыть эти двери. Но агрессию как рукой сняло. Люди вдруг мирно отправились в порт, чтобы сесть на корабль и отправиться в путь. А депортировать их хотели благодаря соглашению Турция-ЕС. За каждого возвращенного из Греции нелегала Турция может отправить из своих лагерей одного беженца, но который имеет все документы. Несмотря на то, что договор вступил в силу только 4 апреля, Эрдоган уже грозится его разорвать. Якобы Европа свою часть не выполняет. Но перейдет ли он от угроз к действиям, посмотрим. Ну а пока соглашение работает, сегодня в Турцию отправилось второе судно с мигрантами, на борту выходцы из Пакистана. Всего их 45. На сегодня запланирован еще один рейс вечерний. И вот у нас есть возможность посмотреть, что сейчас происходит в порту. Вот мы видим как раз-таки судно. И оно ждет мигрантов. Здесь действительно вот, видно не очень много людей на данный момент. Я напомню, что по соглашению 1 на 1 меняет Греция и Турция. Ну, то есть Евросоюз меняет с Турцией мигрантов. 1 нелегального, приехавшего в Евросоюз, на 1, скажем так, легального, прибывшего в Турцию. Ну вот такой равный обмен. Ну, мы еще обязательно к этому вернемся. Если что-то появится интересное на этой трансляции, вам покажем.